Друзья, привет! Сегодня я хочу делать заготовки трубочек для поделок. Ну, они всегда нужны для плетения, для каких-то поделок новогодних, ко дню Святого Валентина и так далее. В общем, вот такая у меня вот есть реклама. Делаем из бросового материала. Дома у меня вообще-то есть газетная бумага. Но газетная бумага, здесь у меня ее нет, поэтому делаю из того, что есть. Все равно это все идет на выброс, все эти рекламки идут на выброс. Кстати, ребят, чем тоньше газетка, тем мягче получается трубочка. Так, дальше что делаю? Вот так разрезаю. Потом можно, конечно, и подлиннее, в зависимости от того, какие трубочки вы хотите, для чего вам они нужны, для какого плетения. Ну, в идеале, ребят, чем... Вот видите, плохо сделала, и вот получилось криво. Плохо прогладила. Вот, проглаживаем хорошо. Конечно, длинные трубочки удобнее. Вот. Из чего можно крутить трубочки? У меня, допустим, вот такая есть шпажка, да? Но это, ребят, толстая шпажка. Шпажки тоже разные бывают. Вот есть вот такая шпажка. В идеале вообще, конечно, брать спицы. Но вот это у меня крючок. Но вот есть такие ровные железные спицы. Тонкие-тонкие, да? Вот брать их для кручения. Ну, еще также понадобится клей-карандаш. Можно клей ПВА. Итак, так, ножик убираем в сторонку. Острым ножом нарезаем вот на такие полоски, ну, приблизительно 5 сантиметров. Палочку ложу вот так. Чуть-чуть, как бы наискосок. Не вот так прямо, не вот так сильно, а чуть-чуть наискосок. Придерживаю, придавливаю и кручу трубочки. Вот так. Вот у нас остается вот такой вот уголочек. Его смазываем клеем. Вот этот клей-карандаш вообще супер клеит. Пробовала клеем ПВА, но пока он подсохнет, пока он схватится, как-то долго. А вот так в самый раз. Вот, все, трубочка готова. Если вы возьмете журнальные страницы, то многовато, вот так чуть-чуть. Вот здесь прижимаем чуть-чуть, а этой рукой, допустим, крутим. Вот опять у нас получился уголок. Смазываем его клеем. И докручиваем до конца. И он хорошо сразу пристает. Если вот здесь не пристал, можно сразу еще мазнуть чуть-чуть. Вот так. Все. Вот. И вот такие трубочки у нас получаются. Трубочек надо много, поэтому... Садимся смотреть любимый сериал или какую-то телепередачу. Смотрим что-то и заодно как бы крутим. Я так делаю всегда, чтобы не тратить время на просмотры, на что-то такое. Поэтому я всегда как бы вот так вот делаю трубочки. Вот. Ну и все. Вот наши трубочки, заготовки готовы. Один край получается толще, другой получается тоньше. Вот так, ребят. На этом все. Показала, как я кручу трубочки для своих заготовок, для поделок. Потом я их перевязываю ниткой и храню где-нибудь у себя
в комоде, ну, где удобно, короче. Вот, вот так. Из журналов получаются толще трубочки. Сразу предупреждаю, потом их труднее гнуть. Вот, ребят. Но вот это толстоватые трубочки. Со спицы, конечно, бы с тонкой спицы вязально было бы лучше. На этом все. Было полезно видео. Поставьте лайк. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.